Привет всем, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, а это прослушка. Тэнк-тэнк-тэнк, сегодня мы с вами слушаем несколько песен, синглов, которые выходили недавно. Кстати, информация, ребят, сейчас под каждым моим роликом будет текст Ямакаси Челлендж. Ребята из Хаджими собирают денежку девочке Арнеле. Я думаю, вы в курсе, кто не в курсе, есть что. Я под видео, под каждым видео, которое будет в дальнейшем выходить, будет челлендж и его суть. То есть, надо отправить денежку там, кто сколько может, 100, 150, там, я не знаю, на специальный счет. Цель там 50, по-моему, миллионов. В общем, мы можем это сделать. Я думаю, у кого есть возможность, хотя бы немножко, то могут перевести. Делайте добрые дела. И начнем сразу же с Трувера, потому что больше всего мне хочется услышать его сингл. И, блин, какого черта опять сингл? Сколько он может нас кормить синглами? Когда уже альбом? Хотя бы EP, пожалуйста. Но хоть что-нибудь. Короче, поехали. Я опять на балкон полен, приукрасил день из последних. С узкими глазами, так легко и просто. Хороший бит. Ну, мне не нравится его флоу. В общем, в стиле Трувера все. Все на высшем чистом узло под конец. Мне нравится вот этот вот сэмпл, он такой какой-то вязкий. Прикольно. Сам бит хорош. Флоу неплохой у него здесь. Я заценил, очень понравилось. Так, еще что-то. По тексту я еще потом почитаю, посмотрю, что особо не вслушивался. Просто, тема качает, прикольно, сразу себе добавил. Блин, что-то забываю сказать. Не помню. Еще хотел сказать то, что было бы прикольно, если бы он выпустил альбом, вообще не похожий на все эти его синглы, а что-то другое. Как, допустим, это сделал Скриптонит когда-то давным-давно с Домом нормальных явлений. Так. Кто у нас там следующий-то? Салуки и Аника. Меня не будет. То есть это трек Аники. Совместка Салуки. Меня не будет. Круто. Нравится, нравится. Классно. У него более низкий голос, у него высокий, и слушается хорошо. Такой более танцевальный мотив, конечно, тут. Интересно. Приятный голос у нее. Короче, я добавлю себе этот трек тоже. Круто. Дроп. А, нет. Вот сейчас она пропоет. В общем, песня какой-то позитивный вайб у нее, я не знаю.
какая-то она добрая, может, благодаря голосу Аники. Не знаю, короче, ну, мне понравилось. И это басуха. Ну, вообще лайк. Так, идем дальше. Флэш и Шарлот. Просто интересно, как тут звучит Шарлот с новой школой. Ну, если Флэш — это еще новая школа. Очень даже неплохо. В общем, я думал, что когда вступит Шарлот, будет музыка, приближенная к его. Но по сути здесь все полностью близкое Флэшу, в общем, и новой школе. Но неплохо, неплохо. Ну слушайте, я, наверное, даже добавлю. Если надоест, удалю. Ну, заедает вот этот припевчик прям. Мне кажется, я буду напевать его. Так, и по-моему, тут все. Окей. Идем дальше. Левандовские бутылки. Такое у него блюзовое более звучание. И снова запал сегодня, пустые бутылки держу за края. Снова опустился на дно, пустые бутылки, как и горя. Такая для загончиков песенка пойдет. Веки мобильными вниз. Это уже, по-моему, третья песня, или вторая, или которую я добавил Левандовского. Мне нравится то, что он делает. Я люблю такое музло. Поэтому однозначно. Уфу-фу, ну-ка. Ну-ка, навали-ка. Хорош. Ну, я уже не знаю, что тут еще сказать. Песня, конечно, на любителя, вообще музыка. Его на любителя. Не всем такое зайдет, но лично мне такое нравится. Поэтому я кайфанул от прослушивания. Идем дальше. Доуз. Совместка с Асха Принц. Я, конечно, хотел дотянуть до альбома, но давайте заценим уж. Девочки у бара, вся наша тусовка круче, чем у Пабло Эскобара. Слева Панама, справа банан. Сегодня ты подаришь мне то, что подарила мама. Ну, музло неплохое. Через панораму. Я буду король, а ты фиговая дама. И мы с тобой раз на раз. Или фейс ту фейс. Я буду жать на газ. Не опускай на рейс. Она, не думая, сломалась, как чипсы лейс. Такой, знаете, ну, R&B, поп R&B нулевых годов. И это более, ну, танцевальная тема. Я себе добавил это уже, я думаю... А, стоп. Вот, все, добавил. Что можно сказать? Асха хорош, конечно же, тут. Как-то поиграл немного с флоу. Доузу приятно слушать, у него приятный голос. Сама тема танцевальная, не знаю. Обожаю. Аж мурашки по коже пробежались. Просто кайфую, когда вот так вот делают музыканты. Вроде ничего уже не ожидаешь, а потом бац, на тебе. Так, и еще кого-то я забываю прослушать. У нас же еще вышел MD. Да, Delete. Ничего себе. Окей. Ага. Звучок знакомый, конечно. Я же знаю, что ты будешь.
тоже добавляю себе тоже. Что-то у меня сегодня хорошее настроение, всех добавляю вообще. Знаете, был вот Доуз в музыке 36, он ушел, и они взяли другого чувака, который тоже делает поп. Ну, музло такое. Какое-то мрачноватое. Сам звучок такой. Хорошее исполнение, хорошее музыкальное сопровождение. У AMD тоже приятный голос. Не знаю, мне заходит такое. Ну, вот и все, на этом закончим. Спасибо всем за просмотр. Пишите в комментариях, какая песня вам зашла больше всего, что слушаете на повторе, на репите. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out.